Чистого сердца. Гип-гип! За молодых! Горько! Горько! Посмотрите на всех, выберите первую жертву или первого человека, кто будет отвечать на мой каверзный вопрос. Правда ли, что в Нигерии девушка должна хорошенько поправиться перед свадьбой, иначе ее вернут родителям? Да. Идите и правильно делаете, это правда! Свадебный салют в честь молодых! Поехали! И именно этим праздничным салютом мы приветствуем прекрасную хозяйку. Как вы думаете, что зашифровано на этих буквах? Это семейные обязанности, которые прямо сейчас мы будем распределять. Надежда, прошу, выбирайте любое сердце. СМ? Ну давайте все-таки узнаем, что таится за этими буквами. Встречайте обязанности СМ! Поехали! Пошли! Поддержите нас аплодисментами! Это обязанность сливать макароны! Спасибо большое! ПП, поехали! Дарить радость. Можно и розы. Дарить розы. Еще дарить. Детей рожать. Девушка работает. На самом деле я загадывал в обязанности делать ремонт.